Я живу вот здесь, в Галле на Партизанской. Просто взрыв какой-то такой. Ну, очень неприятно и мешает очень сильно. Никакие даже самые сильные пластиковые окна не помогают. Очень мешают. Потому что, я не знаю, такой рев сумасшедший. Ну, шумно, конечно. Шумно. Должны местные власти об этом думать и, наверное, с юридической стороны прорабатывать этот вопрос. Я считаю, что это некомфортно не только на Ленина. Это некомфортно, в принципе, по Барнаулу, потому что это большие, громкие звуки, маленькие дети спят, бабушки, дедушки. А в этом районе живут в основном только бабушки и дедушки, да? И я думаю, что им некомфортно. Опасно. Иногда даже страшно со стороны вот наблюдать. Прежде всего, это небезопасно не для самих гонщиков, но и для людей, которые непосредственно участвуют в движении. И, конечно же, да, это мешает. Это и пугает и маленьких детей, и также доставляет дискомфорт вот взрослым людям. Это я, если еду, вижу, что человек с коляской идет, там, мужик с ребенком, с женой, может, я сцепление, нейтралку поставил, заглушил, прокатился, там завел, поехал.